В связи со сложными погодными условиями мы хотим обратиться ко всем жителям и гостям города Сочи, особенно к тем, кто за рулем, быть максимально внимательным на дорогах. Прежде всего, стоит исключить поездки на автомобилях, которые не оборудованы зимней резиной, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию и быть максимально внимательными на горных участках дороги. Поэтому всем желаем безопасных дорог.